Музей традиционного ручного ткачества Поозерье приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению катанных свеч из вощины. Он пройдет 26 ноября в 14 часов. Участники сделают свечу собственными руками, кроме того, унесут домой заряд хорошего настроения. В Полоцком центре ремесел и национальных культур открыта выставка работ участников 5-го конкурса лоскутного шитья. Работы представлены в трех номинациях. Познакомиться с экспозицией можно до 27 ноября. В этот же день в 13 часов подведут итоги конкурса. Серия спортивных мероприятий прошла на заводах «Нафтан» и «Полимир». В «Нафтановском стритболе» лучшими признаны 8-й цех команды ВГСО и «Нафтан-сервис». В турнире по волейболу среди работниц «Полимира» первое место у цеха номер 608. В «Нафтановском многоборье» золото взяли цех номер 21, центральная лаборатория, команда ВГСО. Представители телеканала СТВ встретились со студентами Полоцкого госуниверситета, который обучается по специальности социальные коммуникации. Гости рассказали об особенностях работы в СМИ, возможностях трудоустройства на телевидении и перспективах карьерного роста.